Так, всем привет. Сегодня давайте посмотрим коробочку от китайского производителя моделей TACOM. Английский тяжелый танк эпохи Первой мировой войны МК-5 или же Марк-5 Heavy Battle Tank. Собственно, индекс модели 2034. Вот такая коробка с таким вот боксартом, где чисто проекции машины. Ну и сразу про, наверное, немножко про прототип, да, потому что прототип интересный. Соответственно, тут у нас имеется классический английский эпохи Первой мировой ромбовидный танк из серии танков Марк. Их было как раз от Марк 1 до Марк 5, если я не ошибаюсь. Марк 5 это как раз была в этой серии, ну, скажем так, последняя машина по времени. Ну, соответственно, танки серии Марк, в частности, Марк 1, это были вообще одни из самых первых в мире существовавших танков, если не первые. И Марк 1 это точно был самый первый танк, примененный в боевых действиях, то есть на полях Первой мировой войны. Применялся Англией против войск кайзеровской Германии и так далее. Собственно, тогда этот вот войск, эта машина и появилась, и само название танк для такого рода машин было придумано именно тогда. Придумано оно было как в качестве дезинформации запутывания противника, то есть когда при логистических операциях, перевозках данные машины маркировались, по-моему, даже надписывались краской, как танк, то есть цистерна, какое-то бак, то есть чтобы, соответственно, запутать противника, чтобы разведка думала, что перевозятся какие-то цистерны, а не боевые машины. Ну, соответственно, в общем, такая очень иконный такой внешний вид, то есть это ромбовидная вот эта такая прикольная конструкция ходовой корпуса танка, собственно, гусеница, которая огибает фактически весь корпус танка. Придумано это, конечно, было для проходимости в условиях траншейной войны окопной. Собственно, танки, они изначально и придумывались как средство прорыва эшелонированной вот этой окопной обороны, когда оказалось, что Первая мировая война буксует, собственно, становится позиционной, вот стали изобретать подобные машины. Ну, соответственно, но тем не менее, кстати, эта компоновка ходовой, несмотря на то, что, конечно, после Первой мировой войны она быстро как бы ушла в прошлое, она в более, скажем так, в последующих войнах оказалась не особо применима, но, кстати, она просуществовала у англичан, например, и до танка Черчилля во Второй мировой войне, который тоже, в принципе, что-то похожее там по гусице имел в виду. Танк, какие-то танки АМХ, по-моему, французские тоже имели такое похожее строение ходовое, а это вообще уже были после Второй мировой войны даже танки. Так что, в принципе, такая вот схема, компоновка, она какое-то время жила, хотя, конечно же, в итоге не неизбежно отмерла. Ладно. Помимо этого, что по именно интересному танку, то есть Mark V это самая поздняя модификация, самая, скажем, усовершенствованная, английская и так далее, я долго не буду рассусоливать, да, помимо гусеницы, ну что можно сказать, что вооружение, башни не применялись на такого вида танках, то есть, соответственно, вооружением они устанавливаются так называемые спансоны, то есть это флотская такая тема, вот такие вот такого вот рода поворотные установки, соответственно. И возвращаясь к самой модели, вот видно, что TACOM у нас пишет 3 в 1 данная модель. Что это означает 3 в 1? Что TACOM этой моделью хочет показать, собственно, 3 модификации, существовавшие исторически для этих танков, начиная с модели Mark 1. И в Mark 5 они тоже существовали, то есть такая была забавная англичанами придуманная классификация. Female, male, соответственно, female это танк-самка, условно говоря. У него было только пулеметное вооружение в этих спансонах, как вот, собственно, здесь и показано. Был самец мейл, это вооружение комбинировано пулеметно-пушечное, то есть мы видим, что у него вот здесь пушка установлена на спансоне. Ну и третий вот показывает, были модификации танков, которые были комбинированы. Соответственно, вот у него, например, правый спансон с орудием, с пушкой, а вот левый спансон мы видим, что только пулемет. Соответственно, вот это имеется у нас в виду TACOM по 3 в 1.
Ну, что из интересного, да, эти танки применялись в начале, в конечном этапе Первой мировой войны, то есть это 17-18 годы уже завершающие. Помимо этого, они из интересного, например, применялись на фронтах гражданской войны в России. Конечно, не в таком большом количестве, как на фронтах Первой мировой войны, но эти танки, как раз Марк 5, достаточно... такими, скажем так, крупными партиями поставлялись, использовались, точнее говоря, как войсками интервенции в Россию, бывшую Российскую империю, так и поставлялись белым армиям, соответственно, которые активно поддерживали странами Антанты, в частности Англии, то есть эти танки передавались и использовались белыми. В частности, например, одно из известных сражений, где вот именно Марк 5 активно применялись, это битва за Царицын, соответственно, это, если не ошибаюсь, 19-й год, где как раз при помощи этих танков была белыми взломана оборона красных, и применялись, например, и уже завершающий этап гражданской войны оборона Каховского плацдарма, опять же, ну, это уже, скажем так, несмотря на то, что операция была наступательная белых, но по факту, конечно, это был уже конечный этап гражданской войны на юге, фактически уже почти загнали белых в Крым, вот они попытались использовать еще раз танки как атакующий таран, но по факту, конечно, в этот раз им это уже так и не удалось. Большое количество этих танков тогда было захвачено красными, они были и до этой операции захвачены, в частности, как раз на Каховском плацдарме даже танковый бой, по-моему, происходил между танками белых, английскими и захваченными до того теми же самыми Марк 5 красных, да, ну а после, собственно, этой неудачной операции белых, по-моему, большинство этих танков Марк 5, они попали, были захвачены Красной армией, рабоче-крестьянской, и они, по-моему, аж до 30-х годов стояли на вооружении Красной армии, а потом, соответственно, были экспонировались во многих городах как памятники, монументы и так далее. Вот такая вот интересная история. В частности, об этом нам говорит Буксарт, потому что вот на Буксарте у нас проекции, разные танки, но я точно вижу, что английский танк вот у нас характерная маркировка. Это я, к сожалению, так не скажу, потом посмотрим. Но вот, например, сверху проекции идет явно белогвардейский Марк 5 Гермафродит. Вот на нем вот написано его имя, собственно, за Русь Святую. Помимо этого, значит, коробка, да, уже сказал, 2034, это 15-й год модели, не самая новая, ну и не старая, то есть 8 лет ей. Соответственно, в данной линейке у Такома, по-моему, вот именно по Марк 5, по-моему, только эта коробка есть. У нее никаких именно по Марк 5 продолжений не было. Соответственно, на 3 варианта он дает. Помимо этого, еще на коробке присутствуют на боковике еще 2 проекции. Я так понимаю, другая английская машина. Да, в танковом музее, и эстонская машина, ну тут совершенно какой-то дичайший камуфляж эстонцы придумали, 41-й аж год, то есть ведь как видим, что не только в РККА стояли эти танки долгое время на вооружении. А, нет, тут как раз, кстати, написано про Красную армию, да, но видимо какой-то очень интересный момент, что даже судя по всему Красная армия даже в 41-м году еще попыталась эти танки использовать при обороне Таллина. Начальный этап войны. Ну, судя по всему, это, видимо, очень какие-то интересные эпизоды. То есть танки эти, скажем так, долго держались на вооружении. На другом боковике у нас раскладка литников. Тут, кстати, оформление коробки стандартное такое, такомовское. Литников довольно много. Помимо этого видно, что есть декаль, есть фототравление, есть полимерные шайбы, есть, видно, траки. Они вроде как отдельно. Какая-то цепочка. Другие модели Такома. Ну, и на тут, в принципе, на боковиках проекции, я так понимаю, того же танка, что и здесь. То есть, помимо этого, что Таком у нас пишет? Ну, это, собственно, фичи набора. Пишут, что 9 вариантов из интересного, то есть 9 вариантов сборки различных вариантов танка. Ну и ладно, остальное не будем читать. Собственно, и стандартное предупреждение. Заглядываем в коробку, значит, у нас пластик, литников много, набито практически под самый верх коробки, пакеты с литниками. Стандартные такомовские. Помимо этого отдельно упакованы траки. Траки, я смотрю, полностью
отделены друг от друга, отдельные детальки. Не часто, кстати, это вот так мы увидишь. Отдельный пакетик, посмотрим. Помимо этого, стандартный такомовский пакетик, где у нас упаковано все вместе. Инструкция, декаль и всякая мелочевка вроде цепочки, небольшой платки фототравления, полимерных шайб. Ну, можно начинать по традиции непосредственно с инструкции. Да, Такому всегда очень по-царски все упаковывает, заклеивающиеся пакетики. Практически все в индивидуальных пакетах, включая инструкцию и т.д. и т.п. Так, значит, это мы пока оставим. А вот инструкцию посмотрим. Да, тоже такой стандартный, но очень богатый глянцевый такомовский буклет. Единственное, что, конечно, выглядит красиво, но вот такой вот альбомный буклет, ну, не то чтобы, я бы сказал, очень удобно им пользоваться при сборке, потому что, конечно, все это и бликует немножко, и альбомную ориентацию не совсем как-то удобно, может быть, раскладывать. Но, в принципе, все равно, зато красиво. Значит, тут у нас проекция еще одного варианта танков. Забавные были достаточно приспособления, использовались, я смотрю, вот у нас. Большая историческая справка по-английски написана. Да, вот как Менга, тоже так, а не скупиться на историческую справку, но, к сожалению, только на одном языке, в отличие от Менга. МК-5. Дальше сразу начинаются у нас всяческие предупреждения, рекомендации по сборке. Перечислены краски. Ну, кстати, про краски на коробке я, по-моему, ничего не сказал, потому что они там были не перечислены, в отличие от Менга. Как Менга это делает, так он перечисляет исключительно в инструкции. И видно, что краски дает он только на, собственно, на Мига Хименеса. На Амамиг краски. Ну да ладно, это, конечно, минус на самом деле. Но, видимо, возможно, там какой-то договор между ними есть взаимный. Какой-то о взаимном каком-то взаимной рекламе. Поэтому понятно. Значит, раскладка литников дальше. Опять же, второй раз повторяется то, что на коробке у нас перечислено, но более крупно. И сразу начинается сборка. А сборка тоже, да, инструкция, ну, стандартно по-такомовски выглядящая, 3D-проекции вот эти все, много шагов, то есть листов инструкции много, они не мельчат с деталями, не пытаются на каждую страницу запихнуть максимально операции по сборке, то есть тут все максимально вот так вот щадяще. Собирается, собственно, корпус танка, сразу предлагают нам в шаровой установке пулеметы устанавливать. Ну, несмотря на то, что корпус танка не в одну деталь, я так смотрю, собирается вот у нас в основном из стенок, но, например, по-моему, боковые стенки, вот эти вот моменты, где с ходовой у нас сопряжено, они в одну деталь сделаны, вот это вот надо без отдельных деталей собирать, но они вроде довольно крупные, довольно простые формы, не думаю, что так уж сложно, то есть у нас тут шаровые установки пулеметов подвижные, есть носовой пулемет, есть кормовой пулемет, если не ошибаюсь, как раз был в вариации Mark 5 добавлен, какие-то тут мелочевки, что-то еще вот. То есть, ну, конструкция танка, она как бы, то есть, внутрянки тут никакой нет, а внутренняя его конструкция, ну, хотя внутренняя конструкция, ну, как сказать, внешняя его конструкция, ну, это брусок да брусок, то есть, такой вот ромб такой, то есть, не суперсложный, ни тебе башен, ничего, единственное, вот на крыше там какие-то вот, ну, условно, это даже не башенка, это я, насколько помню, то ли какой-то обзорный какой-то короб, то ли что-то такое, то есть, если не ошибаюсь, то ли для обзора, то ли для чего-то. Элементы, ну, насколько я понимаю, наверное, выхлопа, скорее всего. Хотя, конечно, в танках Первой мировой марках я не особо силен. Значит, и честно сказать, конструкцию прям подробно я не готовился, не изучал. Да, вот, кстати, о конструкции. Вот, например, встречается, по-моему, у Менга, по-моему, у Трамбитера, еще у кого-то. Они подписывают многие узлы, машины на своих инструкциях. То есть, как они называются в реальности. И можно, даже если ты чего-то не знаешь по конструкции танка, например, по инструкции к модели, ты можешь это узнать, это довольно интересно. Так он, к сожалению, таким нас не балует. То есть, видим, что используются фототравленные детали. Вот этот самый условную, ну, башенку условную, хотя если ее можно... Ну, это на самом деле не совсем башенка, скорее. Собирается деталь выхлопа. Ну, вот я смотрю, круглый, ну, что это, наверное, банка глушителей, я не знаю. Вот она, к сожалению, двух половин у нас. Раз, только вот эта труба.
жизни из одной. Вот это что-то приспособление, которое практически полностью у нас исправление. Ну, я не знаю, я подозреваю, что это, возможно, что-то типа сигнального семафора какого-то, так как на тот момент, если кто забыл, Первая мировая война и, например, гражданская война в России, как бы рации еще в танке не устанавливались. Они, кстати, еще долгое время не устанавливались. Даже во время Второй мировой войны, например, еще танки рации далеко не сразу появились на всех танках. И там, например, проблема связи в танках того времени была очень актуальна, потому что танки могли отрываться от пехоты, уходить куда-то далеко за линию фронта и так далее. То есть, соответственно, например, там по-разному было и флажками, и сигналы лампой, и даже, смешно сказать, голубиная почта реально использовалась в танках для связи, пытались это использовать. И либо посылали посыльных, просто вот человек из танка выбегал и бежал с донесением к своим. То есть, ну, чего там только не было. Вот это я не совсем знаю что, но чисто так выглядит, как будто какая-то семафорная связь. Может быть, какие-то сигналы действительно передавались. Что-то такое. Не совсем понятно, но уж больно похоже выглядит. Ну да ладно. Это отдельно. Обо всем этом читать нужно, конечно. Дальше, значит, нам говорят, что там надо, значит, цепочка у нас какая-то. Что-то у нас с цепочкой. Мы что-то расклепать должны цепочку и куда-то, видимо, ее привесить. А куда именно мы должны привесить цепочку? А, ну, судя по всему, вот, да, вот у нас показано, что мы должны разогнуть два звена цепочки, согнуть их, закрепить на петлях, у нас будет болтаться цепочка. Ну, так и мы, кстати, как доп, цепочки всякие довольно редко встречаются. Вот здесь вот у нас эмулируется такая цепь. Постепенно у нас собирается корпус, вот видим уже практически вот у нас верх-низ собрались. Вместе мелочевка доставляется, всяческая дополнительная. Моменты. Где-то, кстати, топливные баки должны были быть установлены у него в районе. Снаружи корпуса у этих танков были установлены. И вот появляются, наконец, боковины. И, я так понимаю, начинается что-то с ходовой у нас такое. Да, ходовая — это одна из самого интересного, что вообще есть по данным танкам. Я смотрю, что-то нам, видимо, нужно будет удалять, судя по всему, возможно, из-за унификации с другими. По-моему, если не ошибаюсь, у Такома какие-то танки еще есть в модельной линейке типа Марк, но точно не вспомню. Но, по-моему, кроме Марк 5, возможно, что-то еще есть. Но, возможно, я и путаю, может быть, и нет. Что-то нам где-то надо удалить, конечно, чисто зрительно, так сразу быстро понять, вот, что именно здесь нарисовано, что откуда надо, ну, судя по всему, вот эти какие-то условные грязезащиты над гусеничными полками, под гусеничными это не назовешь, наверное, это что-то такое, да, связанное с этим. Что-то там надо удалить. Ну, это ладно, разберемся. Не выглядит так уж сложно. Потом, значит, ведущие звездочки и ленивцы устанавливаются. Огромный вот этот, кстати, проем, который, если не ошибаюсь, там где-то как раз дверь или люк для, собственно, влезания в... А, нет, это подспансоны, да, подспансонная установка. Порт такой огроменный, вот такой в борту. Значит, что... Ну, мелочевка, мелочевка, мелочевка. Начинаются, наконец, вот эти самые ролики-катки, которые у нас идут. Ну, вот мы можем видеть на фотографии, на проекции собранного узла. То есть, вот как вот это вот объем этот кошмар, да, на самом деле, сколько роликов шло по низу танка. То есть они буквально как и гусеница огибали практически весь танк. Но единственное, сверху, я так понимаю, в основном вроде как не огибали, там это смысла не имело. Но снизу это, конечно, нечто было дичайшее. Вот такую штуку изобрели, собственно, для прохождения рвов, траншей и так далее. Собственно, ну и вот видим, да, 16 таких роликов, 11 таких роликов. И я так понимаю, это, по-моему, если не ошибаюсь, на одну только сторону. Это даже, по-моему, не на одну сторону. Но, как мы видим, ролики вроде как сохраняют подвижность. То есть, вроде как нам обещали подвижную ходовую рабочую. Вот видно, разные типы роликов у нас чередуются, показано на схеме. Ну и, соответственно, появляется гусеница. Гусеница у нас, я насколько понимаю... Ну, кстати, я не вижу, чтобы что-то у нас было написано про подвижную гусеницу.
нужна снаборная полностью гусеница из отдельных деталей, но вот у нас нигде не сказано. Она вроде бы на каких-то пазах, условно выглядящих как защелки, но нет опции в инструкции, что не склеивать. Да? Соответственно, судя по всему, гусеница у нас не рабочая, по крайней мере, если судить по инструкции. Судя по всему, ее нам просто предлагают склеить. И, соответственно, подвижная у нас ходовая не будет. Ну, в принципе, наверное, невелика потеря. Собственно, траки в одну деталь. Единственное, потом на них посмотрим. То есть сборка траков вроде не должна супер много времени занимать. Вот так, еще мы что-то подрезаем. Понимаю, это другой борт, по-моему, у нас пошел. Да, отдельно все у нас. То есть повторяются шаги по каждому борту отдельно, то есть я так понимаю, возможно, они не симметричны в чем-то, возможно, просто так, чтобы не запутались, нам все это дает. Да, отдельно вот еще 11 плюс 16 роликов по другому борту, то есть в общей сложности, я так понимаю, 26, это 52 ролика, да, нам нужно будет по танку собрать. Опять проекция, опять показано, что как все не запутаться. И точно такой же этап, второй же с гусеницами. С гусеницей те же самые 90 траков. Опять же, судя по всему, неподвижных. И вот так нам, собственно, предлагают установить ходовую. То есть у нас такие две огромные гусеницы сборки непосредственно с корпусными вот этими элементами крупными. И прям сразу нам это предлагают бахнуть, собственно, на боковины. Ну, выглядит довольно просто, вроде несложно. Дополнительные элементы то ли турбопроводов, то ли каких-то ограждений, мелочевка какая-то. Еще одна. Начинается вооружение. Ну, судя по всему, я так понимаю, как раз по спонсонам тема. То есть основные вооружения танка. Соответственно, вот у нас начинается разделение по модификациям. То есть, вот тут, например, явно указано, что это модификация самка, то есть чисто пулеметный танк. Дальше. Ну, судя по всему, самка, значит. То есть, вот так у нас разделено. То есть, вот здесь у нас этап самки. И вот это все, вот это танк самка. Танк фемейл, видимо, вот до 32-го шага. А с 33-го шага, наверное, у нас начинается самец. И самец у нас, наверное, ну, не совсем понятно, где он заканчивается. Ну, наверное, вот здесь, я так понимаю, он заканчивается на 39-м шаге. Я это сейчас забегаю вперед, сейчас подробнее посмотрим. И тут он вроде продолжается, самец. Тут и самка, и самец комбинировано. И гермафродит. Гермафродит тоже есть. Ну, то есть, судя по всему, да, собственно, надо не запутаться. Вроде бы, когда этапы явно разделены, но, конечно, все равно надо быть внимательным. Да, что самка это чисто пулеметные, вот такие вот спансоны, вперед-назад по пулемету, вот так это выглядит, эти подсборки. Я так понимаю, правая и левая, вот, видимо, наверное, они у нас тут показаны. А1 и А2, соответственно, спансон правый, левый борт и так далее. А здесь, например, у нас как это выглядит у самца. У него уже пушечное вооружение. В каждом спансоне по одному орудию корабельное. Кстати, орудие, если ничего не путаю, корабельное. То есть они непосредственно взяли с корабельной темы буквально эти орудия. По факту действительно сухопутный крейсер. Да, что забавно, разработки первые по серийным танкам боевым в Англии, они начались именно в Адмиралтействе, во флотском ведомстве, где буквально создали целый отдел сухопутных, скажем так, судов, сухопутных крейсеров и так далее. То есть, и вот на первых этапах даже вот орудийную тему заимствовали у кораблей. Наверное, конечно, самец, я бы сказал, наверное, поинтереснее, потому что у него есть орудие. Мы видим, есть что, несмотря на то, что в танке вроде как нет никакой внутрянки, но, тем не менее, ну, достаточно выглядит подробно детализированная казенная часть орудия. Ну, как сказать, не сильно, может быть, подробно, но какая-то детализация есть. Орудие, судя по всему, будет подвижным у нас в этих спансонах. Ну, два орудия, точнее говоря, вот нам подробно рисуют, как все это собирается. Ну и, соответственно, там же сохраняется пулеметная установка. Тоже вот видно, как вот все это выглядит в итоге. То есть вот вперед у нас пансоне орудие смотрит, в бок у нас по борту смотрит пулемет.
И вот тут дверка, видимо, через которую покидание или вход в танк осуществлялось. Вот такая система, это у самца у нас. И помимо этого, значит, ну, самец тут у нас продолжается, видимо, по другому борту спансон, опять тоже показано, как пулемет поставить. Все, да, пулеметы тоже все на шаврах, установка подвижная. Вот второе орудие у нас ставится, вот этот спансон, вторая пушка, вот показано, как это все в разрезе, скажем так, выглядит. И тут, наверное, я так понимаю, завершение этой темы, которая заключается в чем? Да, видно, что показано, что для вариантов самка, фимейл, гермафродит, про него сейчас тоже, кое-какие болты, заклепки убираются, должны вручную быть срезаны с корпуса, вот показано, как это делается. Ну, что сразу, собственно, еще больше снижает привлекательность вариантов самца и гермафродита, потому как помимо того, что мы получаем менее интересное вооружение на танке, да, ну, еще нам что-то и вручную срезать. Ну, с другой стороны, на самце и гермафродите мы частично экономим на сложности вооружения, так как нам не придется проходить вот эти этапы со сборкой орудия. Но я бы, наверное, самца все равно выбрал. Очевидно, что хочется прикольнее танк, который выглядит с более разнообразным вооружением. И вот нам показано, как это все в итоге будет выглядеть, как устанавливаются эти спансоны. В общем, на самце, соответственно, две пушки, два пулемета в спансонах. Самка, фимейл, чисто пулеметные спансоны вперед-назад по пулемету. Да, видимо, кстати, у самца, что удивительно, пулемет не назад смотрит второй, да, а по борту. А вот у самки, ну, судя по всему, он может поворачиваться и по борту, да, ну вот как бы они получаются и назад, и вперед. А вот у самца пулемет в спансонах, ну, не может, скажем так, ну, как, словно как, это не спансон, наверное, спансон это то, что непосредственно у нас вот орудие установлено. Ну, грубо говоря, вот этот пулемет развернуться назад, я так понимаю, не может, и кормовой только может, собственно, стрелять назад. И, соответственно, комбинированный вариант гермафродит, да, смешно, гермафродит, бесполое существо, скажем так, это, не бесполое, а сочетающее в себе признаки и самца, и самки. В чем, видимо, и была идея изначально для англичан. Это комбинация, соответственно, по левому борту у него только установки, шаровые установки с пулеметами, по правому борту у него, соответственно, орудийная установка и пулемет. Соответственно, возможно, гермафродит, наверное, самый интересный вариант. Тем более, сейчас надо будет посмотреть, какие там исторические прототипы даются. Возможно, от этого, скорее всего, наверное, интереснее всего и отталкиваться. И самая финальная задача, это у нас вот эта непонятная мне деталь, которая присутствует на всех танках. Я, честно говоря, так и не понял, для чего. То ли это что-то для преодолевания каких-то заграждений как-то должно, то ли это защита верха танка какая-то. Ну, наверное, какое-то объяснение вот этому приспособлению есть. Оно уж на специальных цепях тут крутится. Я честно говоря, крепится. Не знаю, для чего оно нужно. Я думаю, знатоки всяко разбираются. Но вот я, честно говоря, не успел провести изыскание и понять, для чего вот нужна вот эта приспособа. Но, ну, судя по всему, для чего-то она очень нужна. И, судя по всему, опять у нас используют цепочки, опять, ну, видимо, у нас дана одна цепочка, а мы ее должны в нескольких местах использовать, и показано, соответственно, как ее собственно крепить. И вот такой вот финальный практически вид у нас танка, и остаются цветные страницы с соответственно с привязками и схемами окраски, декалей, привязок разных вариантов много, как я смотрю. Прям реально много. Так ему обычно не скупится. И тут вообще прям не скупится. Значит, пятый марк Смоленск. Судя по всему, 41-й год. Ну, не совсем понятно. Вряд ли это боевой танк на 41-й год. Скорее всего, наверное, это танк, стоявший как памятник, тот самый, который еще захваченный во времена гражданской войны в России Красной армией. Вроде там были какие-то, насколько я помню, исторические сведения, что, по-моему, то ли из Смоленска при наступлении немцы угнали этот танк, в Германию забрали, то ли, может быть, не Смоленска, но какой-то другой. Возможно, именно этот танк имеется в виду. Возможно, потом он попал в Германию. А, ну да, собственно, вот про это и написано, что мелким шрифтом, что этот танк, соответственно,
Соответственно, его потом обнаружили при штурме Берлина. Да, это какая-то достаточно, ну так, плюс-минус известная история. С одной стороны, я видел сведения, что якобы эти танки, ну, это, точнее, этот танк, собственно, угнанный немцами из Смоленска, да, в Германию, оказавшийся в Берлине, что вроде бы как его даже пытались использовать как военную машину, но, возможно, скорее просто он был захвачен как, ну, может быть, какой-то музейный где-то установленный экспонат, который стоял где-то, либо, может быть, как, не знаю, какой-то условный ДОТ он использовался. Не совсем понятна эта тема, ну да, вот его потом, можно сказать, повторно захватили уже в Берлине. Интересная история путешествия этого танка. Ладно, дальше у нас вот барона Таллина, 41-й год. Ну, судя по всему, если танком нам приводят такие привязки, наверное, факт использования Красной Армии одного из Марк V при обороне Таллина в 41-м году, видимо, наверное, документально подтвержден, насколько я понимаю. Вряд ли бы эти сведения танком придуманы были бы. Начинается гражданская война. Вот Белая Армия, у нас танк, скорая помощь. Если я не ошибаюсь, при... Какой год у нас, кстати, указан? А, 20-й год. Ну, 20-й год это уже, скорее всего, оборона, я подозреваю, что, наверное, оборона Каховского плацдарма. Одна из последних крупных операций гражданской войны в России. Соответственно, там, по-моему, есть что-то в районе двух десятков танков использовали белые, попытались использовать против красных. Ну, танков было мало, поэтому, наверное, не видно, что многие из них имели имя собственное. Триколор, соответственно, 20-й год. Написано так, не совсем понятно. Так, то есть тут у нас привязка одна, то есть... Вроде как с одной стороны написано, а видимо, а здесь у нас, судя по всему, две привязки сразу, то есть одна проекция дана на гражданскую, но только одна, а вот эти проекции даны на эстонские какие-то республиканскую армию, то есть с эстонскими какими-то маркировками. Но тут уже даны все проекции, то есть, соответственно, это два варианта у нас дано. Еще один вариант на сражение, Берлинское сражение, Смоленск, опять же, смоленский танк. Ну, судя по всему, видимо, что я не понимаю, в Смоленске, видимо, не один танк был захвачен, насколько я понимаю, как минимум два, они где-то демонстрировались немцами. Видимо, второй танк из Смоленска, ну, судя по всему, стоял где-то там на площади и был повторно захвачен, я так понимаю, советскими войсками. Ну, если я, конечно, могу что-то перепутать, мог и таком что-то перепутать, но истории, на самом деле, интересные. Вот привязки, пожалуй, Марк V, это одно из самых интересных, что есть в этой инструкции. Юшуньский плацдарм или район, написано, захваченный Белой Армией танк. Ну, соответственно, тут уж не знаю, таком откуда это берет сведения, может быть, действительно захвачен. Но если этот танк был захвачен белыми у красных, то, соответственно, скорее всего, точнее, не скорее всего, а 100%, то, скорее всего, до этого этот танк был захвачен красными у белых, может быть, у интервентов, потому что, конечно, своих таких танков, насколько я знаю, изначально в Красной Армии не было. То есть все Марк 5, которые попали к белым, потом попали к красным, это, соответственно, были танки, привезенные, соответственно, англичанами во время интервенции. Что у нас здесь еще? Да, тоже интересный триколор. Имени, собственно, нет, но зато есть номер. Много танков, именно Белая Армия, гражданская война. Так, следующая страница. Куча привязок, на самом деле, практически все интересные. Так, что у нас? Бовингтонский музей, 18-й год, чисто английский марк. Да, я, кстати, не посмотрел, где у нас гермафродит и где у нас что. Ну, вот как раз там гермафродит. Вот этот самка на гражданскую. То есть, как минимум, есть вариант на гражданскую гермафродит, вариант самка. Бовингтонский танк – это у нас самец. А вот захваченный, судя по всему, Красная Армия танк. Так, при этом захваченный за Русь Святую, но, судя по всему, перекрашенный в московский
пролетарий, насколько я понимаю, Красной Армии в 20-м году. При этом частично... Ну, судя по всему, это как две привязки дается. Видимо, дается вариант уже перемаркированный на Красную Армию. А, то есть вариант с замазанным именем, собственно, за Русь Святую. А вот, видимо, показан вариант за... Ну, он, кстати, есть на коробке, там можно смотреть. Это с оригинальным названием «За Русь Святую». То есть врангелевский Марк 5 с таким вот оригинальным названием. Да, вот тот самый интересный вариант с коробкой, совершенно каким-то дичайшим, я даже не знаю, можно ли назвать это пиксельным камуфляжем, шахматным камуфляжем, написано, что использовался при обороне Таллина Красной Армии в 41-м году. Ну, конечно, интересная идея пришла советской армии, конечно, так камуфлировать Марк 5 в 41-м году, но даже... Причем не один вариант. А, нет, или это... А, ну да, один вариант. То есть он сверху был не закамуфлирован, зато с бортов был закамуфлирован прям... Что, мама, не говорю, я даже боюсь представить, если кому-то придет в голову этот дичайший совершенно вариант реплицировать, собирать эту модель, красить. Как, собственно, как данный моделист, собственно, решит вопрос этой шахматки, я даже не знаю. Были ли вообще варианты, что кто-нибудь собирал вот этот таллинский танк? Мне было, наверное, даже очень интересно фотографии посмотреть. Так, помимо этого, что неизвестное подразделение английский танк во Франции, 1918 год, ну, это, соответственно, Первая мировая война, где они где в основном они использовались, там несколько сотен марков 5 использовалось, ну, классические английские маркировки, там какая-то забавная эмблема, и, соответственно, судя по всему, на этом у нас инструкция и заканчивается. Долго она тянулась. Давайте смотреть литники. Значит, крупные детали. Самые крупные детали — это, соответственно, борта танка у нас. Это все отдельные детали. Классические такмовские пакетики. Заклеивающиеся, резать их не надо. Значит, такая вот тема. Полностью в одну деталь. То есть можно оценить габариты готовой модели сразу. Потому что, собственно, за эти габариты он никуда не выходит. Клепочка. Очень так прикольно все отлито, видно прям много детализации дано. Литье хорошее, у китайцев практически всегда хорошее литье. Я даже не видел, наверное, чтобы современных, повторюсь, китайских моделей было какое-то отвратительное литье. Все прикольно, все в одну деталь. Внутри единственные вот такие вот пеньки от питателей, судя по всему, остались. Но их придется, наверное, вручную удалить. Я уж не знаю, насколько там критично зачищать от них следы, будут ли они чему-то мешать или достаточно просто откусить. Но вот эти пеньки, кстати, Менг часто оставляет. Но вот таком у нас тоже здесь решил оставить. Возможно, какой-то технологический момент. Выглядит прикольно достаточно. То есть Марк 5 — это внушительная машина. Она по габаритам даже сейчас выглядит довольно-таки большой. Большой на самом деле. То есть, ну, я бы сказал, сравнимо, наверное, плюс-минус габаритами, наверное, даже современного танка. Вот так вот это все прикольно выглядит. Так, еще один большой пакетик. В основном все остальные детали достаточно такие небольшие. Прям крупняка прям большого нет. То есть особо прям времени на сборке корпуса сэкономить-то не удастся. То есть много всего по корпусу, в отличие от частой практики китайцев, которые делают крупные узлы в одну деталь, тут как бы особо такой практики мы не наблюдаем. Большая часть корпуса, она собирается в разные детали. Вот такой вот, соответственно, верх корпуса, стенки всяческие, все короба, все это отдельные детали. К сожалению, конечно, придется всю эту коробчатость клеить вручную, но детализация, конечно, мне нравится. То есть до каждого болта, до каждой заклепки, каждого микролючка, петли и так далее, все выглядит очень ажурно, прикольно, без дефектов. То есть не вижу никаких-то ни утяжин, тем более ни проливов. То есть прям, в принципе, выглядит по-такомовски прикольно. Хотя таком это не самый, как бы считается, премиум, конечно, в модели строений, но достаточно качественная, современно мыслящая контора. Так,
большой литник, но в основном со всяческой мелочевкой. В основном, я так понимаю, частично по корпусу, частично, возможно, по ходовой. Хотя могу ошибаться, детали реально мелкие. Много, я так понимаю, похожих, повторяющихся. Ну, наверное, скорее всего, тут что-то много всего по ходовой. Но, кстати, по вооружению тоже. Вот детали спансонов вот этим. Судя по всему, здесь находятся какие-то петли. Большое количество каких-то вот скоб. Не совсем понятно даже сходу. Вот корпусные детали, дверки, лючки. То есть, ну, даже пулеметы у нас. Хотя, вот этот пулемет я, кстати, не помню. Он, кстати, только что заметил, довольно технологично сделан с отверстием в стволе, но я не совсем понимаю, откуда этот пулемет. Вроде бы, по-моему, такие пулеметы на Mark V особо не использовались, и в инструкции, по-моему, в основном пулеметы Гочкиса я вроде видел без такого кожуха на стволе. Но, возможно, я что-то пропустил. Может быть, в какой-то вариации он и присутствовал. Но, тем не менее, заметим, что пулемет сделан с многоразъемным литьем. Это прикольно. Много литников. Тут реально, они все, по-моему, в индивидуальных пакетиках. Еще один литник с крупными деталями. Тут в основном, да, по корпусу у нас тоже тема идет. Ну, судя по всему, это частично низ, частично верх корпуса, опять же. Все на заклепках, соответственно. Тогда, конечно, еще сварка не то чтобы применялась прям. Если применялась, то, наверное, не так массово. Ну, условно, не полки, наверное, а что-то условно можно назвать какими-то полками. Хотя, на самом деле, они, по-моему, идут... Ну, хотя нет, возможно, да, и поверху гусениц. Это самый огромный брус на крышу, который я так и не понял, для чего он нужен. Возможно, для преодоления каких-то препятствий. Возможно, это какая-то деталь для чего-то. Ну, я не знаю. Не знаю, может быть, даже тактическое бревно, которое было изобретено англичанами, неизвестное. Лючки там, возможно, какие-то наблюдательные приборы, отверстия. Верх корпуса, судя по всему, вот. С отверстиями под люки, под, опять же, куча всяческих люков, кожухов, стенок, бронестенок. То есть все это нам придется склеивать, конечно, к сожалению, вручную стыковать. Ну, единственное, что все это габаритно довольно-таки простые детали, просто квадратные, прямоугольные и так далее, с большим-большим количеством отлитой клепки. Помимо этого, что у нас еще? Много-много литников, реально, на самом деле, казалось бы, вроде с виду кажется такая простая ромбовидная форма у танка, а деталей такома очень много мне так оказалось по этому танку. Так, тут в основном, я так понимаю, детали, наверное, тех самых спансонов под вооружение, что-то вот у нас такое, полуцилиндрической формы, детали портов под пулеметы, под шаровые установки. Детали каких-то скоб на корпус сверху они устанавливаются. Я не помню точно для чего они, может быть, для, не знаю, для какого-нибудь отбрасывания там каких-нибудь колючей проволоки, я не знаю, защиты чего-нибудь от каких-то соприкосновений с чем-то, может быть, для защиты каких-то трубопроводов, даже не в курсе. Серьги всякие буксировочные, те самые, кстати, пулеметы вот Гочкиса, которые вроде бы как в основном везде должны были быть, тот пулемет не совсем. Но в отличие от того пулемета с крупным таким, скажем так, высверленным каналом ствола, здесь они все сделаны без этого никакого. То есть просверливать ствол нам придется вручную данных пулеметов. К сожалению, тут никакой многоразъемности особо не видать. Ну, детали, наверное, по ходовой тут где-то частично. А, стволы орудия вот те самые. Здесь у нас находятся два, я так, насколько я понимаю, вижу. Хотя вроде бы как в максим... А, нет, правильно, их максимальные должно быть два, да, потому у самца два орудия. Но у них, кстати, не совсем понятно, многоразъемность тут использовалась или нет, но канал ствола рассверлен. Вот здесь все правильно, в одну деталь небольшое орудие. И с каналом ствола у него все нормально. Но тут и не удивительно, это ствол орудия совсем такой небольшой. Даже короче пулемета, наверное, будет. Ну, какие-то трубопроводы, возможно, выхлоп, что-то еще. То есть какая-то мелочевка такая, в основном на крышу, что ли, по всему машина идет. Так.
Так, еще такой здоровенный литник у нас. Тоже в основном, я так понимаю, частично корпусные детали, частично детали вооружений. Что у нас тут? Крупные бронепанели, детали спансона. Возможно, то, что до этого я где-то там ошибался, говорил о спансоне, но вот это вот точно абсолютно уже спансоны по дороге. Детали казенной части орудия, вот видно. Брони, всякая защита, щитки. Ну, это, скорее всего, да, вот в основном, видимо, к орудию относится там. Несмотря на то, что внутрянки у танка нет, но, тем не менее, казенную часть орудия танком достаточно подробно сделал. Там, возможно, какие-то лючки боковые можно будет открыть, и, может быть, действительно что-то будет видно внутри. Например, если делать какой-то, ну, условно, диораму с открытыми дверьми, люками, или, может быть, подбитый какой-то Марк 5 там с открытыми. Может быть, что-то можно будет, если там немножко будет видна казенная часть орудия, наверное, в принципе, это может сыграть какую-то роль. Ну да, опять же, порты, люки, детали под люки, скажем так, всякие скобы, собственно, сами люки, куча всего, то есть вот куча вот этих панелей, то есть это прям львиная часть всех литников, это вот эти всякие различные бронепанели, брони вот эти вот пластины, которые вот из всего мы это должны быть в итоге собрать корпус, ну и мелочевка. Так, что у нас остается? Остается у нас, судя по всему, ходовая. Так, здесь у нас уже по два литника в пакете. Соответственно, они, судя по всему, дублируют друг друга. Но что логично, так как у нас гусеницы, собственно, две. Тут в основном у нас детали звездочек. Соответственно, рабочие и ленивцы, судя по всему. Так интересно, вот у нас обогнуты у нас литниками для того, чтобы это все красиво отлить. Цепная какая-то передача, деталь трансмиссии. Такая сложная, прикольная цепь со звездочками. В одну деталь это все отлито. Забавно, весело выглядит. Да, те самые, кстати, пулеметы продолжились у нас внезапно здесь. Какие-то альтернативные, судя по всему, пулеметы. Я вообще, возможно, сейчас путаю, но, возможно, так он действительно прав. Может быть, действительно было что-то такое, что сначала на Марк 5 использовались другие пулеметы. А, возможно, как раз эту вариацию у нас и дает ТАКОМ. То есть, я так смотрю, как минимум у нас 5 альтернативных пулеметов присутствует. То есть, те пулеметы Гочки со воздушным охлаждением, где я показывал на прошлых. И, соответственно, вот эти. То есть, более таким массивным кожухом ствола и с высверленным стволом. Соответственно, возможно, ТАКОМ сделал вариант. Но единственное, в инструкции я как-то не совсем понял, то есть показано ли что-то было про альтернативные пулеметы. Возможно, все-таки унификация, потому что вот я вижу, что тут вроде как ствол орудия, по-моему, альтернативный какой-то присутствует, несмотря на то, что на предыдущих литниках у нас было два ствола орудия. Может быть, действительно унификация, может быть, тут так, и действительно есть какой-то еще вариант по танком серии Марк, возможно, это оттуда пришло, я, честно говоря, точно не помню. Ну, выглядит отлито, все красиво, прикольно, не погнулось. Соответственно, абсолютно одинаковые литники по ходовой. И еще два небольших литничка по ходовой, тоже дублирующих себя. И что логично, тут опять же у нас те самые ролики. Скажем так, рабочие опорные ролики, которых у нас там, по-моему, по 50 штук будет на каждый борт. Вот, собственно, они здесь у нас все и присутствуют, на двух литниках дублируют друг друга. Забавная, кстати, деталь. Видите, отлито на непосредственно самом литнике какие-то клепки, да, или болты, головки каких-то болтов. Не совсем уверен для чего, но, возможно, в инструкции вот не встречал, но нечто похожее у меня встречалось у мини-арта, где они предлагали вручную срезать клепку и наклеивать. Что-то подобное, возможно, здесь у Такома тоже было, но я что-то по инструкции, честно говоря, не совсем понял, используется ли это в этой модификации танка или нет. Я точно видел в инструкции, что нам надо лишние болты клепку срезать, но доставлять какую-то, ну,
не уверен. Ладно, лучше бы, конечно, нет. Ну, оси те самые, на которых это все ставится. То есть, вот, ну, куча всего, да. То есть, обрабатывать, конечно, это мы замучаемся. Особенно вот, видите, вот у нас есть такие вот ролики, да, половины, где питатель подходит буквально вот на эту кромку, да. А вы видите, насколько она там, ну, скажем так, сложной формы, да. То есть, это вот такой вот условно заходящий вот этот вот момент, и то есть срезать аккуратно, чтобы этот ролик не повредить там его кромку, да, но это единственное, как бы, ну, ходовая, она практически упрятана за внутрь, за панели, да, она упрятана немножко, наверное, самими гусеницами, только это нам поможет, то есть эти ролики как-то там спрятать куда-то вовнутрь, потому что если бы они, конечно, были наружу, то я думаю, конечно, замучаешься аккуратно это все обрабатывать, если честно. Так. И, собственно, ходовая на этом все. Точнее говоря, почти все. И вот такой микропакетик еще у нас присутствует отдельным литничком. Я не знаю, может, какая-то поздняя добавка, может, что-то еще. Какие-то у нас 4 бронепанельки. Почему-то написано 2.15, хотя эта машина, это у нас, если не ошибаюсь, 2.15. А, нет, 2.15 это у нас год. 2.31, а у меня 2. А Mark 5 это 2.34. Это как будто от модели 2031. Я не помню. Не знаю, не совсем понимаю, для чего эти детали. Возможно, что-то в последний момент добавлено. Я даже, честно говоря, не обратил внимания в инструкции. Но где-то, наверное, используется. И помимо этого, по пластику у нас остается буквально что гусеница, которая у нас в отдельном пакетике, по 90 траков, если не ошибаюсь, на каждую сторону. Это у нас, насколько я понимаю, пластик обычный, это никакая не смола. Сложная форма гусеницы, отлита в одну деталь. Ну, кстати, вот за это спасибо, потому что вот тут по факту, если посмотреть, каждый трак достаточно сложный по конструкции. Так, если посмотреть два трака, то получается, соединяться они должны вот как-то вот так. Ну, я вам скажу, что как будто бы, вроде как бы подразумевалась какая-то рабочесть. То есть, есть штырьки, есть отверстия пролитые, вроде как целенькие, хорошенькие, не сломанные. И вроде как есть вероятность, я сейчас, наверное, не буду пробовать, но вроде как их можно соединить. В стык, соответственно, что, наверное, траки станут рабочими, несмотря на то, что явным образом нам об этом таком не указывал. Но, судя по всему, по крайней мере, попробовать сделать рабочую гусеницу вот так вот, без каких-то дополнительных манипуляций, вариант есть. Единственное, вот тут такой вот след питателя на внутренней стороне гусеницы, который придется удалять, но в принципе, если тут специальным надфилем пройтись, да, и не супер, я думаю, нужно прям очень тут стараться, потому что это беговая дорожка, судя по всему, ну, не думаю, что сложно, поэтому в целом, вот чисто зрительно, и как вообще это ощущается, треки мне в целом вроде нравятся. Надо посмотреть, просто не совсем понятно, нет ли там большого количества дефектных, я не буду сейчас, конечно, всю пачку перебирать. Но сделано вообще довольно прикольно, знаете, вот если бы эта вся тема вот работала, и в каждой модели бы были вот такие вот траки, которые бы просто на щелчке бы, да, вот как-нибудь там были сделаны, я бы был счастлив, знаете, рабочая гусеница без хлопот. Так, ладно. И осталось у нас буквально часть, которая не пластик, часть, которая не бумага, это мелочевка. Декаль, отдельный пакетик. Да, как говорится, повторюсь, вариантов много очень интересных. Привязок дает нам таком. Здесь декаль по факту небольшая. Ну, кстати, да, как говорит, нам очень интересно, что много вариантов дано именно на гражданскую войну. То есть прям таком, прям это, как сказать, заморочился этой темой. Это, наверное, возможно, потому что в России до сих пор где-то как монументы стоят эти самые Mark 5. Кстати, в России, в советской армии, в Красной долгое время называли танки Рикардо, потому что на, если не ошибаюсь, то ли на блоке двигателя, то ли на блоке цилиндров была выштамповка названия производителя двигателей для этих танков. Соответственно, читали и думали, что танк называется Рикардо, хотя по факту Рикардо это был исключительно двигатель.
Ну да, вот видно, что на Белую армию имена собственные, Скорая помощь, За Русь святую, Красная армия, Москвич пролетарий, Московский пролетарий, в смысле имеется в виду, ну Москвич, да, СССР. Вот танк дерзкий, не совсем понятно. Я, кстати, не заметил варианта ДК, варианта привязки на дерзкий, но, судя по всему, тоже, наверное, Белая армия, судя по написанию. Может быть, пропустил. Ну и какое-то количество эмблем. Там, по-моему, была эстонская армия, если не ошибаюсь. Наверное, интересно, это те самые были эстонские, захваченные, потом использовавшиеся Красной армией при обороне Таллина в 41-м году. Либо нет, либо вообще про... Ну да ладно. Английские маркировки. Ну, такая вот декаль. Не сказать, что он очень цветастый, как это супер огромное, но количество различных вариантов, и особенно на гражданскую войну в России... Оно довольно прикольно. Как видим, кстати, что удивительно, китайские производители, вот и по выпиту это было видно, много дают вариаций на танки Первой мировой войны, используемые для гражданской войны в России именно. Потому что и выпиты эти самые использовались тоже, и там, если не ошибаюсь, это кто у нас был? Менг, по-моему, да? Если я ничего не путаю. Или Таком. По-моему, Менг был у меня обзор. Там тоже были вариации, и, по-моему, не одна вариация на танк на гражданскую войну в России. Это довольно прикольно. Такая вкладка фототравления, буквально совсем микроскопическая. Ну, хотя тут есть мелкие детали, но в основном их совсем-то немного. Тут такие вот две полимерные шайбы. Я не совсем даже успел понять для чего. Ну, подозреваю, что, наверное, для ходовой, для подвижности, для установки звездочки или что-то такое. И такая микроцепочка, наверное, я их доставать даже не буду. Цепочка у нас в одну, соответственно, не раздельная, но, судя по всему, по тому, что нам написано в инструкции, применять ее, по-моему, нам будет аж, по-моему, в четырех разных местах. Нет, в трех, наверное, разных местах, условно, да. Соответственно, нам придется ее немножко расклепывать на нужное нам количество звеньев. И потом обратно устанавливать. Ну, конечно, лучше, конечно, она была бы сразу разделена, насколько нужно. Но, с другой стороны, цепочка — это не то, что особо часто встретишь в моделях Такома. Так вот. На этом, собственно, содержимое коробки-то подходит к концу. Вот такой вот интересный, тяжелый английский танк Mark V, который у нас в этой модели светанулся и в Первой мировой войне, и в Гражданской войне. И даже во Второй мировой войне он тоже успел засветиться.